В следующем году в Казахстане пройдет международный форум по борьбе с коррупцией. Об этом в Сеуле договорились участники региональной конференции антикоррупционной инициативы для Азии и Тихого океана. Более 350 участников из 31 страны, в том числе из нашей, обсудили антикоррупционное сотрудничество с бизнесом и обществом и честное образование для молодежи. Был изучен антикоррупционный опыт в Индонезии, Китае, Вьетнаме и Корее. Южнокорейская модель сегодня интересует многие государства Азиатско-Тихоокеанского региона. В этой стране до сих пор продолжается расследование коррупционных скандалов, которые привели к отставке президента Пак Кын Хе. Также в Южной Корее больше года действует закон Ким Йон Ран. Он назван в честь инициатора, бывшего члена Верховного суда. Закон запрещает госслужащим, журналистам и учителям, а также их супругам принимать в знак благодарности угощения стоимостью более 27 долларов и подарки дороже 45 долларов. Следующее заседание планируем провести в Казахстане. Я надеюсь, что оно окажется успешным. Дата проведения форума еще не определена. После утверждения секретариатом будет сделана рассылка всем членам антикоррупционного комитета. Хочу пожелать, чтобы проведение заседания способствовало большему развитию вашей страны и чтобы много иностранных граждан познакомились с уникальной культурой Центральной Азии.